Я тут района, так сказать, не знаю. Видеоролик пробегал. Просили показать Павлово поле. Ну, в общем, есть тротуары с новеньким нормальным асфальтом. Есть в основном чисто. Ну вот, были места, где иду, мусор разбросан. По району есть новостройки, многоэтажки. Благоустроенные есть спортплощадки. Чисто, хорошо выглядят территории школ и детских садиков. То, что прошелся, увидел. Вот выхожу, так сказать, с района в сторону проспекта Науки, который ранее проспект Ленина. Вот конкретно слева дом, проспект Науки 68А. Конечно, картинка весной, летом, ранней осенью будет намного лучше. Ну, в общем-то, вот возле подъезда, видите, здесь чистенько, благоустроено. Так, нормальненько. Вот это для Харькова считается нормальным было и сейчас так остается. Перерыли, допустим, тротуар, какие-то работы, видимо, велись. И все, бросили потом. И будет яма. Вот видите, возле дома кто-то старается, молодец. Делает красиво. В кустах спрятался красавец. Вот уже возле проспекта, вот там дальше, кто знает, физтех, низких температур институт. Вот так район выглядит сейчас. Сказать, например, что все плохо, ничего не делается, так сказать, обмануть. Поэтому не так все плохо. По крайней мере, то, что увидел на районе здесь, в этом уголке Харькова. И что прекрасно, вот когда прогуливался по району, в этой части дозиметр, радиометр показывает совсем небольшие показания, то есть радиационный фон даже ниже, чем, в общем, по городу наблюдаю. Даже меньше 10 микрорентген, гамма плюс бета, условно. Вот идем к метро, к солдату, 23 августа. Широкий, заасфальтированный, чистенький тротуар. Кто давно не был, вот видите, какие выросли многоэтажки жилые. Кто не видел, можете посмотреть на канале видео, посвященное моим любительским, неофициальным, так сказать, замерам радиации по Харькову. В общем, страшного ничего не обнаружил. Локальные превышение среднего фона есть, но они, эти превышения, абсолютно не должны никого пугать. Чаще всего это гранит в асфальте или под тротуаром. Может быть, какие-то частички, прилетевшие еще со времен Чернобыля, покоятся, так сказать, в земле города. Но больших превышений, серьезных, страшных по городу я пока не обнаружен. Превышение, так сказать, санитарных норм, каких-то опасных значений радиации. Если есть какие-то у вас мысли на этот счет, пишите, делитесь, может быть, идеей, где замерить уровень радиации в городе.
Вот такой поделюсь с вами небольшой видеопрогулочкой. Кто далеко, всем теплый привет из Харькова. Смотрите видео на канале, подписывайтесь на новые. Смотрите ссылочки в описании и под сюжетом. Всего хорошего, до новых встреч!